Но, учитывая наше тотальное невезение, можно было заранее понять, что все пойдет не по плану. Хотя к такому повороту событий не был готов никто. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить историю одного неудачника Многоликого. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу, погнали! Почему ты улыбаешься? Если их и правда трое, мы в дерьме, и они могли отследить. Без паники, батонер, по крайней мере мы сдвинулись с мертвой точки. У нас есть самое сильное оружие. Информация. Изучи эту дрянь, а потом обо всем доложишь мне. Этим я и занялся. Первой идеей было обшарить карманы, но кроме всякого мусора в них я ничего не нашел. Затем я решил сравнить волоски с куртки с шерстью кашканера, образцы которой у меня остались еще с стародавних времен. В общем, мои исследования заняли какое-то время. Ничего существенного выяснить не удалось, и я отправился на собрание, где мы с пионером и прочими видными участниками нашего бравого союза приняли решение, что делать дальше. Вампанер и Микофил отправились на разведку в другой цикл, и оставалось надеяться, что вернутся они с добрыми вестями. Но, учитывая наше тотальное невезение, можно было заранее понять, что все пойдет не по плану. Хотя к такому повороту событий не был готов никто. Лагерь заполонили неизвестно откуда взявшиеся толики. И цикл благодаря строгому режиму пионера царил порядок, погрузился в хаос. Это напоминало часто показываемый в фильмах и сериалах зомби-апокалипсис. Только вместо горячих мертвецов. Кладбище куртизанок, горячие мертвецы. Только вместо ходячих мертвецов был... Ходячих мертвецов был наш сосед по домику, помноженный во много раз. Ко мне переместились Пианур и Алисофак. Видно было, что они уже успели поучаствовать в сражении, пока я пытался укрепиться в здании кружков. «Тревогу включай, эти твари повсюду!» — резко крикнул Алисофак, тем самым выводя меня из состояния полнейшего ступора. Я метнулся туда, где была заветная кнопка, и на весь лагерь заорала сирена. Поля фиасковости зашкаливают. Наши плюс Толика — это немыслимо, откуда их столько? Будто из каждого цикла Толик пришел в наш. Но как нахуй? Координаты наших циклов всегда держались в пиздейшем секрете. Избранный, он оставил там телефон. Наверное, кашка-бомжи додумались отследить сигнал. Либо вампанер нас выдал, не знаю, теряюсь в догадках. Вот кровосос ебучий, не, это реально. Этот принципиальный уебан верен пионеру настолько, что если б его на солнце жарили, он бы все равно ничего не спизданул. Погодь. Это значит, он еще не вернулся, Микофил в курсе? От Микофила тоже никаких вестей. Учитывая все нынешние обстоятельства, с наибольшей вероятностью им обоим пизда. Как это пизда? Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Объяснение это по твоей части, батонер. Так, нужно со штабом связаться. Но штаб нас опередил, и несколько наших товарищей переместилось к нам. Среди них были Славяфак, Медик, Ленофил и Пионер собственной персоной. Они заполонили весь лагерь, и у них численное преимущество. В этом лагере оставаться нельзя.
Я пробовал стереть их с помощью моей силы, но не сработало. Это все очень странно. Предлагаешь съебывать? Если это дело кашкабомжей, надо дать им бой прямо здесь и сейчас. Это план А. Отступление — план Б. Алканир избавляется от всех наших архивов. Что у нас по медпункту? В лапы врага не попадет, я об этом позаботился. Замечательно, так, я слышу, они уже и сюда ломятся, дело плохо. Но у нас же преимущество, да? Можно укрепить двери. С одной стороны, идея хорошая. С другой, в замкнутых пространствах мы сами в ловушке. Да и наши силы слишком рассредоточены, нужно собрать всю армию. Площадь, там этих гадов издалека видно будет. А это наоборот слишком открытая местность, с другой стороны вариантов сейчас немного. Все наши будут подтягиваться именно туда, этому мы их и учили. Так, всем, у кого нет оружия, срочно вооружиться. Я успел взять первое, что попалось под руку, электрошокер и собранную своими руками боевую рогатку. После этого мы переместились на площадь, где уже вовсю кипела ожесточенная битва. Наши товарищи схлестнулись с армией толиковых клонов в бою не на жизнь, а на смерть. Рассредоточившись, мы бросились нашим на подмогу. Я принял решение не отходить от Пианура, поскольку в его боевых навыках был уверен на все 100%. Вероятность выжить, сражаясь бок о бок со своим прошлым воплощением, казалась мне более высокой. По крайней мере, пока тот не стал размахивать своей катаной, рубя врагов направо и налево, рискуя жизнью. Пианура. Но потом я сообразил, что обостренные чувства Пианура обеспечивают максимальную слаженность и точность его движений. И рядом с ним я в безопасности, по крайней мере, если и сам буду начеку. У меня бешено колотилось сердце. Сжав рукоятку электрошокера до побеления костяшек, я разил им выпрыгивающих на меня толиков. Вот еще один взмах катаны Пианура, и кровь, прыснувшая во все стороны, обрызгала мне лицо, заляпав очки. От этого я временно потерял своего союзника из виду, и меня охватил ужас. Шокер, кажется, разрядился и выпал из моих рук. Теперь в ход пошла рогатка. К счастью, она все еще торчала из моего кармана. И стереть кровь, когда со всех сторон наступали враги, было невозможно. Поэтому я начал стрелять на поражение. Если обычно натяжение этого орудия мне давалось с заметным трудом, то сейчас, когда эта штука была моим единственным спасением, адреналин прибавлял мне сил. Сдохните, твари! Геолокация Пианура мне подсказал его очередной крик. Повернувшись на голос, я понял, что мой боевой товарищ находится в самой гуще сражения. И вообще затерялся среди лезущих со всех сторон толиков. Один раз... Один как раз подобрался к нему, подбирался. «Пианур, пригнись!» Крикнул я, надеясь, что он меня услышит и выпустил очередное ядро по цели. «Ебанат натрия! Боеприпасы кончились!» Вырвалось у меня, когда я пошарился по карманам и обнаружил, что ядер для рогатки не осталось. Можно было, конечно, бить ею врагов по голове, но перспектива так себе, тем более с моими хилыми руками. Мне на выручку подоспел Пианур, сваливший беспощадным рубящим ударом бегущего ко мне Толика. «Плохие дела! Так, не отходи от меня ни на один ебучий шаг! Поищи среди тел что-нибудь, чем можно вооружиться!» «Очки запотели, заляпаны кровью, я почти ничего не вижу!» «Мне, блядь, до пизды твои проблемы! Где вообще Пианур? Пионер!»
Действительно, глядя на Пианура, который был в этой битве как рыба в воде, я совершенно забыл о его слепоте. Воспользовавшись тем, что Пианур меня защищает, я все-таки смог решить проблему с плохой видимостью, плюнув на линзы, размазав это дело пальцами и вытерев очки о рубашку. Ушел, видать, за подмогой! В духе, жди меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока! Охуенно! Кинул нас со всей этой хуйней, где остальные, что с избранным? Вот очень, кстати, сейчас были его вопросы, но я умудрился заметить в гуще сражения знакомые силуэты и ткнул Пианура локтем. Эй, вижу избранного, он с алканером. Пытаются пробиться к нам. Мы смогли воссоединиться с товарищами. Оставшись безоружным, я был в самом невыгодном положении. Алканер был вооружен розочкой от бутылки, а избранный заточенным древком от швабры. Пианур не упустил шанса вновь отпустить в мой адрес едкую насмешку. Я слепой, но беспомощный тут ты! Гляди, даже избранный нашел себе зубочистку! Избранный был озабочен более насущным вопросом. Почему пионер не уничтожил их щелчком пальцев? Он же столько раз сделал это в прошлых циклах со всеми пионерами. Он пробовал, но в этот раз что-то не так. На Толиков это не подействовало. Думаю, во всем виноват Юлий. Вероятно, он узнал что-то от Микуфила и вампанеры и подготовился для атаки. Исключено. Микуфил не мог нас сдать, как бы его ни пытали. Нехуй языком чесать, они снова наступают! Но в самый критический момент на поле боя появился пионер. Используя свои на порядок более мощные способности, он быстро разделался с новой угрозой. Это было максимально эффектное появление. Пионер повернулся к нам. «Где ты был? Я думал, ты тут всеми командуешь!» «Так и было. Мне пришлось ненадолго отлучиться». Но я вернулся и не один. Стоило ему это сказать, за спиной пионера появились другие Семёны. Он привел подкрепление. Привел подмогу, умно. И сколько кандидатов было у тебя в запасе? Невероятно, пополнение в нашем войске сильно сравнялись. Нет, с учетом того, сколько мы уже одолели, мы даже с наибольшей вероятностью победим. Я не вижу, но чувствую, что эти ребята охуенно! Я ощущал, как вера и надежда возвращаются ко мне. Думаю, то же происходило и с другими участниками сражения, понявшими, что помощь пришла. И теперь нас больше, чем захватчиков. Пришло время общего сбора. Довольно болтовни. Время положить этому конец, а потом мы нанесем удар прямо по кашкабомжам. Пионеры, к бою! Преисполненные возросшим боевым духом, все бросились в атаку. Мы тоже не медлили и ринулись в бой, чувствуя, как открылось второе дыхание. Даже орда Толиков уже не вселяла в меня такой ужас. Ненадолго отделившись от основной группы, я вооружился поднятым на поле боя разводным ключом и отправился на помощь к зажатому памятнику сослуживцам. Получайте, тугодомовы эдакие! Неожиданно для себя я увидел, что на подмогу отбивающимся из последних сил с Семёном спешат еще двое. Но это были не ребята в разноцветных рубашках. Это были неведомо как оказавшиеся здесь Ульянофак и Кашканер. Первый оседлал второго и нёсся на нем верхом, швыряясь камнями. Проявляя чудеса ловкости, Ульянофак в один момент встал на спину Кашканера и прыгнул на одного из столиков.
Тот, взбешенный таким поворотом событий, выдержал удары маленьких кулачков и сбросил Ульянофага из себя. Но тут на подмогу пришел Кашканер. Кашка Семен бросился на неприятеля, начав драться с... драть его когтями. Толик отчаянно отбивался, но последней точкой в их борьбе стал укус в шею. Видимо, Кашканер решил закончить дело быстро и прокусил жертве сонную артерию. «Молодец! Так его!» «Не отходи, Мяулека! Их тут еще много!» Ульянофаг поднялся на ноги, а Кашканер подскочил к нему и быстро обнюхал, будто проверяя, цел ли его юный всадник. Тут уж и я подоспел, да только и мог что удивляться. «Ульянофаг, Кашканер, вы-то тут что забыли?» «Батмяунер!» Кашканер был определенно рад меня видеть. Он не упустил возможности потереться щекой о мою руку. В ответ я потрепал его по голове. «Дядя, ты весь в крови, ты цел?» «Все со мной в норме, ну, относительно, пара ушибов и царапины, а кровь не моя. Что вы здесь забыли? Мы же велели вам сидеть и не высовываться!» «Вот еще, как можно остаться в стороне, когда тут такое происходит? Я, может, и выгляжу как ребенок, но тоже имею право бороться, когда речь идет о нашей общей судьбе!» «И я того же мяунения!» Я кивнул, спорить уже не было смысла. Эти двое уже решили подвергнуть себя опасности ради общего дела, и своего мнения явно не изменят. «Молодцы, вы пришли вместе с подкреплением!» «Услышали зов пионера и поспешили на помощь! Думаю, всем уже плевать на уши и хвост Кашканера, когда тут такое творится!» «И я мяугу быть полезен, пускай отведают моих когтей!» Я хотел было сказать, как горжусь этими двумя, но помешала новая толпа толиков, оттесненная атаками союзников в нашу сторону. Во мне проснулась небывалая уверенность, и я понял, что готов вести своих друзей в бой. «Все, не время для разговоров, нанесем по ним удар с двух сторон! В атаку!» И вновь продолжался бой, и сердце билось в груди уже не так тревожно, но оттого не менее яростно. Каждый из нас сделал свой вклад в эту битву. И в итоге победа была нашей. Правда, какой ценой? Площадь была усеяна как телами врагов, так и наших товарищей. Ни души! Пробормотал повар, переворачивая лопаткой очередное тело Толика, под которым валялся труп какого-то Семена, застывший на лице гримасой ужаса. Выживших в этом секторе не было. Столько запахов! Хазмяуня... Хазмяу... Уина не чувствую, никто его не видел. Не переживай, Кош. Если он ушел, мы ведь непременно найдем его в другом цикле. В чем-то Ульянофаг был прав. С другой стороны, если так, была надежда и на возвращение Микофила и Вампанера. Но те пока никак не давали о себе знать. «Лучше бы вам уйти, негоже тебе, Ульянофаг, на такое смотреть! Отправляйтесь на поиски Славяфага! Кашканер, тебе будет проще учуять его в любом месте! А если он где-то в этом цикле и выжил, я сразу дам вам знать!» Ульянофаг хотел было запротестовать, но в итоге согласился. Кашканер, на которого обратил внимание повар и несколько других Семенов, тоже решил не перечить. «Что это за чудо дивное с ушами и хвостом? Он злючий, мне агент Юлия!» Я решил, что сейчас время неподходящее, и предложил ему и остальным выжившим подтянуться к нашим, которые тоже искали выживших и переводили дух.
Пианур вытирал лезвие своего грозного меча об одно из неприятельских тел. Алканер наколдовал себе бутылочку пива и собирался почтить память погибших. Предложил сделать то же и другим. Но пионер счел это неподобающим местом и моментом. Я же думал о том, поможет ли вскрытие какого-нибудь из тел найти ответы на наши вопросы. Казалось, все уже позади, но вдруг пионур заставил нас вздрогнуть. По его словам, что-то приближалось, и оно было уже здесь. Словно умалишенный, он вскочил, повернулся и указал пальцем куда-то. Все замерли, переводя взгляд по направлению его вытянутой дрожащей руки. Когда я увидел три зловещих фигуры, у меня аж сердце в пятки ушло. Это были они, кошка-бомжи. Юлий и его товарищи. Причем один из них показался мне смутно знакомым, я как будто уже видел его когда-то. Во сне, в прошлой жизни. Судя по костылю и палке, это был Гай. Именно так его описал избранный, когда они с Микофилом сбежали из цикла кошка-бомжей. Между тем бомжи осмотрели результаты битвы и пришли в бешенство. Их главный, самый хладнокровный из всей троицы, щелкнул пальцами, и все тела исчезли, словно по волшебству. Наши были в шоке, ведь так умел только пионер. Когда-то с другими куклами. Я сразу попытался придумать этому объяснение, но в мыслях было пусто. Я будто предчувствовал, что сейчас случится что-то нехорошее. И как хорошо, что Ульяна Фага и Кашканера здесь нет уже. Не прочёт! Пи... Подпаласы, у меня для вас тоже подарочек есть! Юлий продемонстрировал нам оторванную голову Микуфила, тем самым подтверждая все мои опасения. Что, нравится неблагодарные уёбки? Тогда ловите! Он швырнул голову, и она прикатилась прямо к нашим ногам. Опускать взгляд не хотелось, но я автоматически это сделал и пришел в ужас, увидев лицо Микуфила. Лицо каждого из нас с застывшей гримасой ужаса. Получается, и вампанера тоже нет. Выдавил я, понимая, что нашего товарища-вампира, скорее всего, тоже постигла печальная участь. Теперь понятно, их ждали. Это третий. Готов поклясться, это все его рук дело. Но кто тогда послал Толиков? Злок меня вроде не подводит, но я правильно расслышал, что эти трое ни при чем? Наверное, эту часть диалога я, поглощенный своими переживаниями, прослушал. И сейчас на моих глазах рушилось все, чего нам только удалось достичь. Победа утекла из рук, словно песок, просочившийся между пальцев. И новая угроза в лице этой троицы заставляла мое и без того тревожное сердце колотиться все чаще и чаще. Величайший враг прячется там, где вы будете меньше всего его искать. Произнес их главарь. Эти слова заставили меня вздрогнуть. Что они значили? Что в наших рядах с самого начала был предатель? Цезарь! Эти тупые мазафакеры никак не допрут! Да, мозгов у пиздиков мало! Даже все вместе не в силах понять все твои афоризмы! Ну, хорошо. Тогда для тугодумов выражусь более простым языком. За всем стоит. Да плевать мне, кто за всем стоит, паршивые твари! Не выдержал Алканер, и неудивительно, ведь Микуфил был ему ближе всего. Можно сравнить его с ближайшим родственником. Ведь наш павший товарищ был его прошлым воплощением. Алканер, не делай глупостей, я тоже зол, но не прерывай его. Нам критически важна любая информация.
Микуфил погиб из-за твоей критически важной информации. И вампанер тоже. Ты что, блядь, совсем на ошибках не учишься? Меня все заебало, спали их всех куй к хуям кошачьим. За Микуфила, за вампанера. И за все, что из-за них случилось. В руке алкаша возникла горючая смесь, которую он собирался бросить в трио кашка-бомжей. Но сделать ему это так и не удалось. Цезарь щелкнул пальцами, как алканера, и след простыл. Нет! Происходящее не укладывалось в моей голове. Преимущество было полностью на стороне врага. Более того, у него не просто была сила пионера, который тот раньше вычищал для нас с цикла. У него была власть над всем, что происходило с нами раньше и происходит дальше, и произойдет дальше. Видя-то, они создали совенок и привели нас сюда. Нельзя обижать гостя. Вот и эндгейм, кто следующий? Пиздюки слишком много о себе возомнили! Цезарь, научи этих подполосов хорошим манерам! Все происходило как в тумане. Мы встали перед проблемой, у которой не было решения. Наше дело было обречено на провал, как и мы сами. Пионера, в атаку! Тут уж не выдержал и сам пионер, он скомандовал нам идти в бой, хоть уже и сам понимал, что это бесполезно. Но новый щелчок пальцев Цезаря и наших союзников нет. Остались лишь мы. Пионер, избранный пионур и я. Как такое возможно? Это противоречит всем! Договаривать не было смысла, да и я бы все равно не успел. По взгляду Цезаря, направленному прямо на меня, я понял, я буду следующим. Игра была сыграна, но не в нашу пользу. Шах и мат. Получена концовка шах и мат. И пошли тетра. Ну что ж, а в следующий раз у нас будет вторая концовка, более хорошая. Но на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Вернись ко мне.